Шварценеггером себя чувствую. В эти весенние дни почувствовать себя силачами могут все. В ходе субботников чего только не приходится убирать. И ветки, и бревна, и кучи прошлогодней листвы. Десант чистоты от балаковского филиала АО «Апатит» высадился возле здания бывшего детского сада на улице Свердлова, неподалеку от 25-й школы, подшивной предприятию. Это тихий и уютный район Балакова, и местные жители его очень любят. Но со временем возле здания стало опасно ходить. Ну что здесь было? Было здесь заросшее. Все, кругом большие деревья, маленькие кустарники, негде было пройти. Так запустили, вот отдали в 90-е. Так что, конечно, мы очень рады, что занялись. Теперь Марифосагро, да, у вас? Замечание, спасибо вам большое. Наведением чистоты на этой территории работники балаковского филиала АО «Апатит» занимаются уже не первый год. К примеру, во время предыдущего субботника было вывезено 22 КАМАЗа веток, мусора и листвы. Субботник начинается с рейда ветеранов. Совет ветеранов собирает бытовой мусор, стекло, пластик. После этого глобально приступает молодежная организация и вывозит ветки и листву. Специалисты предприятия за день привели территорию бывшего детского сада в порядок. Обрезали поросль, вычистили зеленую зону от листвы, загрузили весь мусор в КАМАЗ. По соседству с ними, возле одной из многоэтажек, наводили порядок и жители дома. И это значит, что чистых уголков в городе станет еще больше. Еще сюда приехали, навести хоть чуточку порядка сделать. Хоть один квадратный километр в городе станет немного чище. Может быть, наш пример будет заразительный для других каких-то организаций и жильцов окружающих домов. Кто-то нас поддержит, тоже выйдет и наведет порядок вокруг своих территорий. Считаю, что это, во-первых, отличное мероприятие. Вот, компания «Фосагро» объединила людей, вот, и направила их на отличную цель. Наводить чистоту, а чистота – это закон порядка. В этом городе не хватает немножко чистоты, да, ну, объективно, но с каждым годом становится все лучше, и мы стараемся этот показатель увеличивать с каждым годом. Но в этом году в планах не только навести чистоту в этом уголке жилгородка, но и благоустроить его. Сейчас здесь валяются ветки, но совсем скоро на этом месте начнется реализация нового проекта, который преобразит данную территорию. Депутат городского совета Наталья Красильникова, которая также работает заместителем директора балаковского филиала АО «Апатит», буквально горит идеей навести здесь порядок. Выслушивает мнение местных жителей, обсуждает с ними планы благоустройства. Сегодня уже понятно, что здесь будет реализована полноценная программа, правда, в несколько этапов. Территорию вокруг здания бывшего детского садика разделят на части. На одном из участков планируют установить детскую площадку, на другом – турники для воркаута. Планы этого года – разбить цветники, высадить декоративные деревья и установить лавочки.